Неизвестный взломал замок и похитил из одного из гаражей в 29-м кооперативе 4 колеса на литых дисках, сварочный аппарат, перфоратор и компрессор. Ущерб данной краже составил около 45 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса кражи. Из спортивного магазина злоумышленники похитили товары на сумму около 22 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено два лица, причастных к совершению преступления. Мужчина и женщина, которые украли из торгового зала две зимние куртки. На дорогах за минувшую неделю произошло 9 ДТП, в трех пострадали люди. На Южном шоссе водитель «Шевролей» на высокой скорости въехал впереди движущуюся машину. Виновник аварии управлял автомобилем, будучи лишенным прав. В результате ДТП пассажир 86-го года рождения автомашины «Шевролей» получил телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей лобной области справа. А пассажир этой же автомашины 98-го года рождения получил телесные повреждения в виде подозрения на сотрясение головного мозга и подозрения на перелом костей носа. После осмотра врачами КБ-50 оба отпущены домой. Сотрудники ГИБДД напоминают автомобилистам, что из-за ухудшения погодных условий необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также поменять резину на автомобиле на зимнюю. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.